Куда идете? Музей. Танк. Какой музей? Музей танков. Великой Отечественной войны? Да. И там что хотите, танки смотреть? Да. Хорошо, сейчас пойдем смотреть танки. Где флаг там? Да, там. Пахнет какой-то шоколадкой. Да нет, это стенами пахнет. Может, это природа просыпается? А вон какие-то штучки. Ну, читай, Владюха. Ну что, написано? Парк. Парк Победы? Да. Папа, можно я засниму? Я сам... А вот печи! Вот у я! Ну пошли посмотрим. Памятник это, не статуя, а памятник. Ну нет, он вернулся, наверное, к своей жене. Папа, а это стекло. Ну это вот такая вот. Здравствуйте. У нас кроме того, что сегодня мы... Владюха, ну, идем в музей. Будешь отдавал. Смотри. Да, это наша планета. Можно посмотреть, пальчиком понажимать, или же будет читаться. Ничего себе! Да. Тёмка, не полюбай. А вот Беларусь. Ну, это экспозиция такая. Это... Она настоящими... Не стреляет, это экспозиция. Это миниатюрная такая. Это, ну, показывает в миниатюре, как, какие были вот снаряды, какие были вот эти все военные пушки, танки. Это большая гаубица. Она здесь маленькая, но это большая гаубица была. Очень большая. Самолет пронесся. Да. Владик. Владик. Мы сейчас туда еще пойдем. Да. Вон то, это танк. Танк Катюша. Это Т-26 танк. Видишь какой? Я обязательно из лего построю танк. Давай. Смотри, папа. Вот там. Это я документы, так... пропуски. Да, я дети уже погибли. Наверное. Погибли уже, да. Или выжили. Нет, так они погибли.
А вот раньше какие деньги были. Угу. Нет, я снимаю. Ой, смотри, какой пионерский галстук. Ну, дай, смотри. Ты видел, за какую штуку? Ну, пожалуйста, папа. Потом. Угу. А где танки, папа? Дальше идем. Там танк. Да, большая экспозиция. Это пушка. Это пушка такая. Ну, большой, да. Ну, на нас они не упадут. Мотор танка, да. А вот танк немецкий, видишь? Угу. Да, я тоже слышу звук. Это танк против танка. Вот танк против танка, да, можно. Это немецкий. Это танк. Т-34 танк. Да. Вот это не. Да, это фашистский. Угу. А вот пулеметное гнездо, Вай. Смотри, видишь, он как спрятался. Папа, с пулеметом. Пулеметчик там. Это пулемет? Да, пулемет. Да, пулеметное гнездо. Это мешки с песком, Владюха. Посмотрите, какой танк. Да, это не наши танки. Да. Не, это наши танки. Смотри, гаубицы, смотри, минометы. Видишь, это артиллерия. Артемка! Папа! Вот это же. Это наш танк. Артемка. Наш танк, да. Артемка, смотри, что они стоят. Папа, это что? Ты хотел бы быть военным? Да. Да? Точно? А что бы ты делал? Стрелял. Стрелял? Владик, тут еще это лава! Видишь, это тут происходит самолетный бой. Видишь? Да, 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 вижу. Это война. Влад! Я знаю. Да я знаю, это мы сейчас туда пойдем. Мы сейчас пойдем, да, туда. Владюшка, пойдем с той стороны. Посмотрим танки дальше. Давай посмотрим, давай. Железный, да. То есть над тобой самолет летит.
это самолет такой. Над тобой прямо летит. А? Ну это снаряд. Снаряд такой. Это наш танк, да. Это бомбы, авиационные бомбы это такие. Самолеты. Это самолеты, да, летит, несет бомбу, и она падает и взрывается. Смотри, там солдат. Да, солдат смотрит. По танку он залез. Вдаль. По танку он залез. Это морские якоря. Была же военная операция на море, и война на море шла. Это куски металла разорванные, да. Да, это солдаты. Да, это солдатская столовая такая, перевозная. Кухня, точнее, не столовая, а кухня. Смотри, Катюша. Это Катюша, да? Это заряды от нее, которые взорвались, видишь? Да. Тёма, самолет над тобой летит опять. Видишь, огроменный какой? Не упадет. На тросах их тут держат, это же экспозиция. А мне вот эти машины нравятся. Ты в такой сидел. Помнишь? На линии Сталина, когда ездили, там на а такая машина. Не ударился. Не, помнишь, мы такую машину видели, когда Артёк упал, губой ударился кровь. Ну да. Было... Бедолага наш, малый. Да. Тёмка. О, это все виды вооружений, да, получается здесь? Папа, и автоматы, и пистолеты. Папа, мы такое из картона сделали. Винтовки, видишь как? Папа, и пулеметы тут. А мы можем такое из картона сделать? Ну, можно сделать. А вон пулемет Максим, видишь? Вот это. Да. Вот один и второй, два зеленых. Да. Смотри, вот еще. Сколько патронов повесило. Да. И Сазани вот так. Это со станком, с танковой пулеметы. Папа, и Сазани вот так двигать, а и потом стрелять. Да. Это сабли. Шашки, сабли, кинжалы, это кортики. Папа, пошли в ту дыру. Ну сейчас пойдем. Дальше на экспозицию. Пошли на экспозицию, посмотрим. Здесь мы не ходили. Вот рисанки. Поезда. Да. Это на территории СССР. Нет, целая страна была войной, да, оккупированная, и целая Европа. Тут это по стеклу. Ну да. Ну, сверху идут по стеклу, там переходной, получается, мостик такой стеклянный. Да. Видишь, боевые действия шли какие. Пожары были.
Что там такое? О! Это танк едет? Немецкий? Посмотри, блиндаж вон, смотри. Вон, видишь? Ну, почему-то пахнет. Ну, маслом, может быть. Или порохом пахнет. А это раненых лечат здесь, видишь? Перевязочная хирургия здесь. Достает. Да, это раненых лечат, видишь? Раненых солдатиков живых, которые их здесь лечат. А что операции его... делают. А он что, плачет? Ну конечно, он ранен, ему ножка болит, видишь, помогает ему это. Дальше. А то пошли. Ну да, вышли обратно. Подожди, мы там еще не... Да, это пограничники. Это пограничный столб, видишь, а тут его разведчик выслеживает. Папа. Да. Настоящие солдаты. Влад, солдаты. Да. Папа, они нас слышат? Нас нет. Солдаты. Откуда? Ты испугался. Голограмма? О-о. Это Брестская крепость. Папа, они там внутри? Ну да, видишь, по ним выстрелили. Наверное, погибли. А кто по ним выстрелил? Фашисты. А тут что было? Ну, это такой бункер. Укрепительный бункер, да, такой. Сюда все люди прятались. Да, прятались, чтобы их не застрелили, не убили. А тут корабль военный, Владюша. Смотри, какой корабль здесь. Видишь? Вот, посмотри, какие маленькие военные. Где корабль? А вон. Вот, какие маленькие военные. Вот, а это игрушечный. Ну да, это восстановленная такая модель. Видишь? А это Буйницкое поле, видишь? Буйницкое поле, она возле Могилева находится. Там сражение было. Вот, видишь, город Могилев. Там везде все разбросано. Пожар. Папа. Смотри туда. Там все разбросано. Да, там война была. Видишь, как? О, выставка.
Там. Угу. Что, все дети убегали? Да, от войны бежали мирные дети, да. Ну, это экспозиция такая, видишь? Папа, на ёптанде. В кармашку давай. Так война была такая? Да, ужасная война. Папа, розочку стану, везде фоткаться. Хорошо, не буду тебя больше фоткать. Ну, как хочешь? Буду фоткать только Владика. Артёмка, Артёмка, почему ты спал? А когда мама включала видео, ты не говорил? Погнали. Тёма, не трогай там. Папа, смотри, какая статуя. Угу. Это лошадь. Ну да. Это скульптура, видишь? Угу. Герой Советского Союза. Доватору. На лошади. Это рация. Да. Такая рация была, скрипка. А это такой полевой, здесь концерт давали, наверное, или что это. Видишь, солдатики сидели. Кто-то играл на скрипке, на гитаре, он на баяне, на гармошке. Видишь, это здесь все, что здесь включается, можно включить и смотреть вот здесь на экране. Не везде не походили, да? Еще идем. Здесь были, идем по кругу дальше. Мы пошли туда. Пошли, идем. Папа. Еще долго ходить нам. Ну, да, еще папа, много чего посмотрим. Пойдем. Будем еще, Тёма. Пошли дальше. Там здесь были, только вверху мы не были. Мы снизу ходили там. Это фотография времен войны. Владюха, не становись туда. Да, ничего там нет. Папа, везде была война? Да. Чем идем? Да. И детки маленькие, видишь, всех убили. Фашисты.
Ну, можно зайти посмотреть. Какие тут? Это из хлеба делали, домино, видишь? Это людей здесь содержали, фашисты, видишь? Это из хлеба делали? Да. Здесь фашисты содержали людей? Да, вот в таких условиях. Да. И человека вешали, убивали их по груди. Ну, да. Была бы сеньор, была выставка, мы рассказывали об этих людях, о дипломатах. Вот как ждали поезд. Это будка охраны лагеря, Владюшка. Это людей здесь держали в лагерях таких смерти. Да, это грабят. Да, фашисты грабят людей. Мародеры это военные. Пойдем. Смотри, мальчик идет. Пошли. Да. Мотоцикл. Да, это немецкие мотоциклы. Пойдем смотреть. Мы туда еще пойдем. Пошли по очереди, Владюшечка. Там подорванный вагон, видишь? Ой, что-то зеленое. Это трава. Смотри, выпрыгивали из окна. Посмотри. Да, вижу. Вот кранчик кушает. Ну да. Видишь, как жили здесь люди. Артемка, ну телефонов не было. Артемка, смотри, ни телефонов. Здесь ничего нету. Было радио. Да, где-то. Раньше. Да, там есть только самовар и кружки. И вот радио. Где печатать музыку. Ну это, наверное, радиостанция, это, наверное, какая-то. Наверное. Только вы тут шутли, мы палец. Пошли, Артем. А вон маленький пистолетик, смотри, какой. Покажи, какой. А, вон, видишь? Это игрушечный, что ли? Нет, этот настоящий. Да, был свет. Не везде, но был. Пошли дальше. Артемка, смотри. Смотри, Артемка. Здесь рассказывается партизан, который строил. Ну да. Это типография. Здесь печатали газеты и новости различные. А это мастерская партизан, видишь?
Да. С этой стороны. Да. Пойдемте вот с этой стороны посмотрим. Потому что там занято, видишь? Мы туда еще пойдем, мы еще пойдем. Посмотри, пушка какая, конечно, какие колеса. Так это просто такая штучка, сыпка. Ну да. А это пулемет Максим. Максим? Вот это вот. Вот это вот Максим, видишь? Это парашют. Это парашют и парашютист, видишь? Или парашютист, или что-то сбросили, помощь какую-то, видишь? Там какой-то домик. Ну, а там домик. Домик партизана-то такой, в лесу. Да, видишь, дом партизана. Это не настоящий огонь. Ну да, это же экспозиция. Если настоящий огонь, это было бам. Ну да. Вот там просто дым. Да. Это да. Не настоящее. Просто какое-то платье. Ну там подразумевается, что огонь горит, понимаешь? Дерево сейчас на нас упадет. Не упадем. Ёлка, иди сюда. Смотри, вот какая школа была. Да, пойдем в школу посмотрим. Видишь колокольчик какой из болванки от патрона? Видишь, был звонок такой. Здесь учили грамоте. Папа, еще одна больница. Да. Вот еще одна больница. Да. Здесь зубки лечили, Влад. Видишь аппарат, твой любимый аппарат, где у врача, у стоматолога зубки лечат, и здесь видишь, какой он такой, отбор машины. Как ты не любишь? А зубки кто любит лечить? Кто любит зубки лечить? Я не люблю зубки. Не люблю? Да, ну это да, зубки надо беречь. Ну, ранен, да, дядя? Это партизан ранен. Ему оказывают помощь. Да. Да, медсестричка. В мозг. Ну, не в мозг, просто в голову ранен. Это вот такая столовая, видишь, была. А, вот. Столовая? Да. Вот это кастрюля. Мне вот все здесь. Как печка. Печка. Да, это кухня здесь была, партизанская, видишь? Здесь зубы лечили? Ну, здесь операционный стол, хирургическая, да, зубки лечили кому-то, кому болело. Видишь, какая такая. Thank you.
пулемет такой. С водяным охлаждением, скорее всего, вот это вот. Видишь, вот эта вот труба. Вот эта труба на стволе. Это водяное охлаждение. Потому что когда стреляешь, ствол нагревается, и тогда он хуже стреляет. А водяное охлаждение помогает ему охладиться. И тогда более лучше стреляет. А вот фоткали как? Это фотографии, да, делали. И оборудование, видишь, фотоаппарат, съемочная видишь, камера. Еще? Да. Вот кто на войне был. Эти люди уже погибли, которые на войне. Волшка, да, уже Вилка, практически не осталось Аксоки, ветеранов. Волшка, они все взрослые. Да, в преклонном возрасте. Они уже старенькие. Ну, конечно, да. А это зенитка. Видишь? Я даже не знаю, что это. Что это такое? Вот три здания. Здание, да, видишь? Нет, не лед, это пол. Пошли. Повыше. Ну, видишь, да. Да, ну это экспозиция, тут имитированный взрыв железной дороги. Деревянная железная дорога была? Ну, это шпалы, которые под железной дорогой, а вот это рельсы, они на шпалах на этих. Сейчас более современная технология, поэтому уже деревянные не используются. А раньше было все деревянное. Деревянные эти шпалы. Ну, сломалось. Это подорвали, Тёма, рельс. Ну да, там бомбу закинули, и вот это все разрушилось. Да. А где поезд, вагон? Я не знаю, нету здесь. Получается. А где дальше? Пойдем дальше. Смотри, какая была бензопила. Видишь? А вот. Бензопила? Да, такая. Ну да. Ну давайте уже выходить. Вот, смотри. Папа, иди к нам. Папа. А что тут? Ого! Это подарок Машерову. Какой ключ, золотой! Символичный знак. А ты видишь, какой автомат Калашникова? Какой золото! Мы теряем только автомат. Автомат Калашникова. Я с такого стрелял. Да кто звонит? Ну пойдем. Давайте мы завести осмотреть. Не, еще идем, Владимир. Вон смотри, какие эти. Партизанская огневая точка. Видишь? Танк нашел. Ну пошли смотреть. Темник, пошли. Ого, какой огромный. Офигеть. Таких размеров не видел. Папа, он больше человека. Огромный танк. Фотографироваться будем? Да. Давай. Да. Подумай, что ты на войне был. Скажут, ты был. Ой, смотри, выстрелил танк. Танк, смотри. Идут в наступление какие. Корабли вон, видишь? Артёка, дети твои подумают, настоящий, ты настоящий в войне был. Ну, слышишь, фоткаться. Смотри, как убегали. Фашисты? Смотри, когда самолет падал, вот, вот что было. Угу. А да. Я еще не посмотрел танк. Ну посмотри.
Ножки устали. Ножки маленькие устали. Совсем устали. Смотри, какой лучший танк. Маленький танк. Зато крутой. Это погоны, видишь, какие? Маршалы. Смотри, а вот печать. Ротмистрова. Папа, вот печать. Да. Это печать разве? Да. Печать. Это телеграф. Подавать сигнал. А это что? Смотри. Часики маленькие. Вот смотри. Настоящий. Маленький танчик. Видишь, какой аккуратненький сделан? Да. Это танк модель ИС-2. Иосиф Сталин. Поснимать, поснимаю. Хорошо, попозже дам, попозже дам. Да, это от самолета. От самолета смотрели, такой да, папа. Ну, много что смотрели. Мы еще не досмотрели. Ты посмотри, вон танк какой, дуло какое у него. Или ствол это. Что это торчит, видишь? Нет, это мы не видели. Мы другую экспозицию смотрели. Да, подбитая машина немецкая. Шляпа валяется. Да. Ну что, пойдем дальше смотреть. Пошли дальше смотреть. Пойдем. Тёма, не трогай там. Сейчас тебе кто-нибудь по ушам даст вот. Да, да, да. Посмотри. Угу. Медали. Медали, да. А у дедушки твоего медали есть? Он не был. Не был на войне, нет? А прадедушка был на войне? Да, так. Нету прадедушки. Есть прадедушка, просто он умер. Ну да, был на войне. Был на войне прадедушка. Папа, а что у нас дедушка был на войне? Да. Прадедушка ваш был на войне, да. А вот смотри, Орден Победы. Видишь, какой? Берлян. Да, это очень папа, редкая знаешь, награда. На улицу. Артём, ну вот здесь ещё. Смотри, папа. Ну это уже смотри. Пойдём, Тёмик. Вот. Оружие, да? Видишь, это знамена, которые немцы сложили. Смотри, папа. Папа, я не помню. А, мы там были. Были там, да? Да, мы там были. Мы там были, да. Ну да, там танк стоял. Папа, выше на выход. Уже устали ножки у тебя ходить. Может, ты конфетку хочешь, лимонадик хочешь, кока-колу хочешь, чипсы хочешь, картошку фри хочешь. В Макдональдс, может, ты хочешь, а? Тёма. Пойдем в зал славы. Артёмка, погнали. А это зал победы. Пойдем. Пойдем. Ты в зале победы был, Тёма? Нет. Ну так иди, смотри. Ну, сейчас посмотрим. Мы же в музей пришли посмотреть, все тут надо, да? Видишь, папа, какой я внимательный. Ну да. Пойдем.
Мы идем смотреть фокус, мальчики. Мы хотели посмотреть на него, на Владюшка, Тёма, давайте я сфотографирую в Зале Победы. Иди сюда. А я потом плакал. Ну да. Пугался, что я упаду. Пойдем сюда. Нельзя туда. А что там? Я не знаю, что там, но, видишь, закрыто. Нажимай лифт. Это вниз. Это, нажимай кнопочку, может, вниз поедем. Нажимай кнопочку. Или ту нажимай. На каком лифту поедем? Ну что? Жми. Закрывай. Дверь закрывается. Закрывай. Дверь открывается. Дверь закрывается. Лифт идет вниз. Все? Все. Поехали. Так интересно. Пока, солдатики. Пока мы спускаемся домой. Интересно вам было? Третий этаж. Мы пойдем дальше. Дверь открывается. Да, пойдем на лифт. Посмотрю, вот еще какая-то экспозиция тут. Вот здесь картины мы посмотрим. Посмотри, а тут еще вот экспозиция. Мы здесь вроде бы не были. А мы здесь вроде бы не были. Да. Какая-то новая выставка здесь. Угу, машинка. Портанка, машинка. Так она вся ржавая. Ну да. И еще медведь.
Если снять с этим медведем, нельзя спать. Папа с ним так делал. Вот как создали. Это что осталось? Папа, ну давай выйдем уже. Хорошо. Папа, давай выйдем на улицу. Идем, идем, давай. Это обувь такая. Пойдем сейчас, Тёмочка. Туда не надо идти, Тёмочка, там закрыто. Есть такая машинка? Да, такая машинка. Угу. Хорошо. Да. Это орудие пыток, ладушка. Ну да. Так я не хочу играть. Здесь интересно. Когда же кости? Да, это раскопки современные уже недавно проводили, видишь? Да. Тихо. Это маленькая выручка. Видишь? Это что? Ну это что осталось от тапочки? Детской обуви, да, маленькой. Видишь? Маленькие детки. Да, маленьких деток изнищили. Геноцид. Это я пошел на выезд. Ну что ты, Владюха? Вот, куда мы едем? Куда? Фонтаны. Да, фонтанчик тут есть. А что сейчас их не выпускают? Ну зима, замерзнут. Ну да. А летом запустят. Что такое ручеёк? Я иду. Победил. И там еще музей? Нет, там просто здание.